из-за одного какого-то ушлепка. Мне не придется вам настроение портить. Ребят, всем привет! Сегодня у нас 3 сентября. Надеюсь, все успели календарь перевернуть. Вот, на самом деле у меня сегодня не очень хорошее настроение, так как с утра проснулась, заглянула, как всегда, в телефон и пожалела об этом 10 раз, потому что увидела то, что меня очень сильно расстроило, я завелась, а толку мало, сказать ничего не могу, делать ничего не могу, кроме одного. У меня сегодня такое дурное было настроение. Я сегодня просмотрела 3-4 стороны, выписала все плюсы и минусы и планирую, не планирую, но задумываюсь о том, чтобы уехать туда. Почему? То, что думаю в первую очередь о своих детях. В общем, меня сегодня завели, кошмар. Какие страны, я вам пока не скажу, но хотелось бы от вас услышать, какие бы страны поехали бы вы, если бы у вас была такая необходимость, какую страну для эмиграции вы бы выбрали. Вот такое у меня сегодня настроение дурное. Надеюсь, завтра что-то поменяется. А так, пока что учу языки и потихонечку собираю манатки, наверное. Вот. Такие дела. Сейчас мы идем с вами, как всегда, на тренировку. Воскресенье, вечер. Вот такие дела. И расскажу, что именно меня расстроило. Это один из факторов. Ну так меня завело, сама не ожидала от себя. Сейчас пойду оттренирую всю свою боль, и, возможно, станет легче успокоиться. Пока что я заведенная сейчас. Так, ребят, выйдем сейчас с вами к морю. После тренировки немножко настроение улучшилось. Все обдумала как следует, посмотрела видео во время тренировки, мотивирующее, да? То, что все-таки, наверное, это какой-то ушлепок написал. И надеюсь, больше такого не повторится. Но на всякий случай, все-таки, как всегда, план Б буду готовить. Мало ли что. А вы, пожалуйста, напишите. Или вы уже переехали из какой-то страны. Птичка, осторожно. Или вы уже переехали из какой-то страны. То напишите, откуда куда. Или планируете. Интересно, потому что интересно, где сейчас лучше всего. Куда бежать, где вот этого нет. Я надеюсь, что больше с таким настроением я не выйду. Больше мне не придется вам настроение портить, так как подпортили мне. Но вот такая ситуация, ребят. А мы с вами сейчас пойдем, выйдем на море. Посмотрим, какое оно сегодня, 3 сентября. Так как у меня есть люди, которые... У меня есть люди на канале, которые очень-очень любят море. Поэтому я постараюсь заснять именно сегодняшний, как сегодня выглядит, да, но вот, ребят, вот такое у меня сегодня настроение было, не очень позитивное, но я думаю, что оно было такое не только у меня, а у многих родителей, которые пришли на 1 сентября, а на школе вот такая надпись, а после этого эта надпись пошла по всем новостям, везде, где только можно было, да, и почему-то мне кажется, что тому, кто это сделал, ничего не будет. Потому что после последних событий это нормально. Вот так вот. И сказать ничего нельзя. Так. Проходим через дюны. Посмотрите, какие тут сосны. Какой лес красивый, да? И вот эта дорожка поведет нас прямо к морю.
Наверное, их только что кормили. Вас кормили, уточки? Вот какие красивые. А что у вас там такое синенькое, ребят? Фирменные вы какие-то тут у нас, да? Красивые. Ой, все, пошло, пошло. Все, все поплыли. Так красиво, спокойно. Ой, после тренировки самое то. Выйти так на море, подышать. И сейчас 3 километра, может даже больше, по пляжу пойдем домой. И немножечко вам поснимаем. Все, пойдем, не будем вас отвлекать. Мы пошли, ребят. Ну, кто-нибудь скажет пока? А? А море-то какое красивое. А небо, ребят. Тут-то оно такое простенькое. Посмотрите, что здесь делается. Красота. Все, идем туда. Вот они, уточки. Красавицы. На закате. Смотрите, какой красивый закат. Закат какой красивый. Вон люди на закате купаются. Прикольно. Какой красивый закат.
Я вам лучше море покажу, правда, ребят? Всякой ерундой в мозге все забиваете. Из-за одного какого-то ушлепка. Вот. Я надеюсь, что на этом все и остановится. Как уже темно. Так, вон там, кстати, огоньки. Видите? Это кафе. Кафе там, где музыка живая. Сегодня, кстати, воскресенье. Скорее всего, там тоже красиво пели сегодня. Так, мы скоро уже будем сворачивать. Какой белый котик. Кись-кись-кись. Кись-кись-кись-кись. Посмотришь на меня? Ты ко мне идешь прям? Какой беленький котеночек, красивенький. Переходи скорее через дорогу. Тут машины ездят. Угу.